этого потолок сейчас через час, больше он взорвется точно, если мы его не скроем, туда не положим. Если такой будет микронный фон поднимется, это ужас, значит, это самое. Если вот такое, что у нас случилось, парализация не работает, у нас больше, значит, дыхательный час у них будет самохромать. У них это самый главный, как сказать, орган, который должен дышать нормально. Он должен поступать чистый кислородный, значит. Этот, и должна бассейн постоянно быть вода, чтобы это самое. И что вот такое для этой технологии, для синовоза, это самое главное. Это если не будет воды, значит, это самое. Если вот то, что сделали, это вообще не, голову не, нет самое. Это не выход из положения. Да, это вообще, это против животных. Животным тут ничего не виноваты. В чем их не виноват, то, что вот так это сделать. Сегодня вот такое, завтра еще больше будет. Уже одного принесли назад, сейчас будут нести и нести, потому что вот такая температура. Температура на улице жаркая, даже не холодно, чтобы какой-то открыть воздух какой-то. Сейчас ничего не идет, всасывать воздух очень тяжело. И вот поэтому я обращаюсь, прошу вас, помогите нам, чтобы вот так решить вопрос. Да, ошибки есть, ошибки исправляются. Но при чем тут животные? И при чем тут наши рабочие, которые работают здесь? Около 400 человек работает. Куда они пойдут? Что они будут где делать? У всех у них дома родители, у всех маленькие дети, больные инвалидные дети, есть мать-одиночки. Куда пойдет это самое? Вот у меня пенсионный возраст, а я куда пойду на работу? Понимаете, кто меня возьмет с такой зарплаты, которую сейчас в данный момент получает, и мне обеспечит вот такую работу, кто мне даст? Поэтому мне очень тяжело тоже, и вообще нам всем тяжело это самое. Наш коллектив переживает сильно такой период, очень тяжело период переживает. И просим помочь нашей власти, чтобы нас услышали они. Давайте казахша брифинг.